Айзада, можешь повернуться. Айзада? Мы с тобой долгое время вместе. Я безумно рад, благодарен судьбе, что связала нас с тобой. И я уверен, пришел главный момент в моей жизни. Возьми, пожалуйста, эти цветы. А я сейчас стану на сторону вот этой вот женщины-девушки и скажу ей: молодец, умница, красавица, правильно сделала, что ты его обломала и ему отказала. Видно же по нему, да, по его поступку, что он стоит на колени, какие-то букеты роз, кольца, вот это вот дрожащий голос: выходи за меня замуж. Совершенно верно, она поступила. Зачем ей нужен вот этот вот мычащий, да? Ей нужен, может быть, рядом с собой, она хочет, вернее, видеть сильного мужчину, а не мычащего, стоящего на коленях и: богиня моя, пожалуйста, выйди за меня. Не, ребята, это не так должно работать. И знаете, когда, если женщина вдруг и соглашается, не потому что ей этот ваш поступок понравился, а потому что она увидела в этом поступке, что ты готов служить для нее.